Праздничная дата. Дворцу детей и юношества 70 лет. В честь дня рождения детского островка, где царят радости и веселья, накануне состоялся гала-концерт. На праздничное представление организаторы пригласили всех своих друзей. Подробности в следующем материале. Ни много ни мало, 70 лет назад старшее поколение принимает решение о создании Дома пионеров. Если вдуматься в эту юбилейную дату, то можно увидеть историю страны и важную роль в ней системы дополнительного образования. В 1942 году в первое штатное расписание данного учреждения входили лишь 3 человека – заведующий, воспитатель и сторож. Прошли года, и правоприемник заведения, дворец детей и юношества, сегодня является многопрофильным комплексным внешкольным учреждением, осуществляющим дополнительное образование и воспитательный процесс. Ежегодно заведение открывает двери для более 2000 детей-подростков. В современную структуру дворца входит 6 отделений, на базе которых ведут свою деятельность 47 различных объединений. На концерт, который состоялся в честь дворца, были приглашены представители акиматов, государственных структур и социальные партнеры, ветераны и выпускники дворца. Программа удалась довольно-таки интересной, немудрено. Ведь творческим коллективам было что показать и чего достиг дворец детей и юношества за 70 лет работы.